Подключаем первую полосу Unimat с помощью соединительного провода ВВГНГ и комплекта UKS к соответствующим зажимам терморегулятора. В нашем фильме мы используем терморегулятор марки Kaleo UTH-200. Подключение должно проводиться согласно схеме, которая входит в комплект применяемого терморегулятора. Необходимо строго следовать инструкции по установке и эксплуатации терморегулятора, входящей в его комплект. Сделайте отверстие в теплоотражающем материале для связи будущей стяжки или плиточного клея с основанием пола. Установите датчик температуры пола следующим образом. Введите датчик температуры пола SF4/15 в гофрированную трубку с помощью зонда. Установите заглушку на гофрированную трубку. Гофрированная трубка должна быть уложена в заранее подготовленный паз в полу и располагаться вдоль карбоновых стержней теплого пола Unimat. При этом датчик температуры пола будет располагаться приблизительно посередине, между двумя карбоновыми стержнями. В случае установки датчика температуры пола без гофрированной трубки необходимо использовать датчик температуры пола SF7/30. Он устанавливается по центру между стержнями Unimat на теплоотражающий материал и фиксируется скотчем. Установите терморегулятор на стену. Протестируйте систему обогрева. Включите систему не более чем на 15 минут. Проверьте работоспособность и надежность соединения Unimat. Монтаж системы теплого пола завершен.